уважаемые блогеры. Ну вот я в этом маленьком ресторанчике, таком, как бы, такой греческий ресторанчик такой. Ну, кстати, сегодня странно, очень мало народу у меня там почему-то. Обычно в субботу не бывает, всего 6-7 человек. Ну, как-то у нас публика, она почему-то не жалует греческую кухню. Или, может, просто не знает, хотя он недорогой, нормальный. Я не знаю почему. А так он очень милый, такой приятный ресторанчик, музыка играет. Все, так сказать, как положено. Ну, там рыбки плавают. Я один раз их гонял тут по стеклу стукал, вот там рыбки. И одна упала, видите, и одна даже перевернулась вверх. Туловище, я думал, она умерла, а она раз собака в туловище попала. И тут обман, везде обман. Да, спасибо, Дёша, все, спасибо, вот так вот.